Астрофизики нашли аномальный инфракрасный пульсар. Пульсар расположен в структуре, названной учеными Великой Семеркой. Она состоит из нескольких подобных небесных тел. Группа астрофизиков Пенсильванского университета обратила внимание на необычное поведение пульсара RXJ08064-4123. Он расположен в образовании, названном учеными Великой Семеркой. Оно включает 6 других аналогичных небесных тел. Однако данный пульсар особенен тем, что создает инфракрасное излучение. Об этом пишет Science Alert. Предполагается, что объяснением может служить попадание частиц материи другой звезды в результате ее гибели. По другой версии, это может провоцировать пульсарный ветер. Ранее ученые никогда не сталкивались с такими явлениями. Специалисты намерены продолжить изучать пульсар и выяснить, что именно является причиной инфракрасного излучения, которое распространяется на 28 миллиардов километров. Ранее сообщалось, что астрономы впервые запечатлели центр нашей галактики при помощи сверхмощного радиотелескопа Меркет. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.